Модернизация освещения, создание пешеходных зон, установка новых детских площадок и многие другие преобразования планирует провести Щелковский совет депутатов в частном секторе города. Четыре выездных совещания провела комиссия Совета по муниципальному имуществу, ЖКХ и экологии. Депутаты посетили более 10 микрорайонов и деревень, входящих в состав городского поселения, обсудив с жителями актуальные проблемы. Депутатами проделана огромная большая работа. Проехали все территории нашего города, частные, да, и, соответственно, выявили, скажем так, мероприятия, которые мы хотим внести изменения в действующую муниципальную программу и включить в проект муниципальной программы городского поселка на 2019 год. Намечено сейчас как раз обращение в Щелковскую районную администрацию, так как там есть специалисты, которые мы, депутаты, не можем сами, но мы что-то определить, что же делать нужно. Но все замечания, которые есть у жителей, у наших избирателей, они нам известны. И мы их можем изложить и таким образом представить специалистов Щелковского муниципального района, чтобы они сформировали уже, что необходимо выполнить, какую необходимо сделать работу. Профильная комиссия утвердила вынесение вопроса на заседание Совета депутатов. Среди вошедших в список задач одна из самых актуальных проблем частного сектора – развитие водоотведения, в том числе ливневой канализации. Большой объем работ предполагается в Хотове и Потапове. Также депутаты обсудили ход программы по комплексному благоустройству дворов, отметив, что рассчитывают на возможность включения в список дополнительных территорий. Мы же, естественно, выделили 62 миллиона на это все, поэтому мы рассчитываем, что все-таки появятся свободные деньги, которые мы дополнительно поставим. Что нам необходимо. Рассмотрели и вопросы, значимые для всего города Щелково. Часть полномочий по осуществлению водоснабжения и водоотведения планируют временно передать районной администрации для проведения ремонта коммуникаций. У нас в этом году запланировано на территории городского поселения Щелково демонстрировать 4 ВЗУ. Это ВЗУ улица Центральная, номер 3, ВЗУ поселок Краснознаменский, деревня Серкова, улица Соколовская. Также продолжится ремонт КНС Соколовская и самотечного канализационного коллектора между микрорайонами Бахчеванжи и Чкаловский. Всего на ремонт инфраструктуры водоснабжения и водоотведения выделено порядка 440 миллионов рублей. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».